Всем привет! Всех с Новым годом хочу поздравить. Желаю всем благополучия в Новом году, счастья, крепкого здоровья. И чтобы все у вас было хорошо. Давайте тот 2020 год, все плохое, что в нем было, забудем. И не будем вспоминать. Потому что, ну, реально очень много было говна в том году. Этот коронавирус долбанный, который еще до сих пор не прошел. Надеюсь, что в этом году все-таки мы избавимся от этой напасти, и все будет хорошо. И мы победим коронавирус вместе. Ну, я сейчас скажу тебе без маски, но вокруг людей нет, поэтому без маски. Так-то я в общественных местах хожу в маске, конечно. Не распространяю заразу. Что я хочу всем пожелать? Хочу пожелать, чтобы вы менялись к лучшему. Надо этот мир менять. Если мы не начнем меняться сами, мир не изменится. Как говорилось в одной хорошей фразе, чтобы изменить мир, надо начать с себя. Так, вот я вот с 1 января начал. Бросил курить. Курил 19 лет. Мне 33 года, из них я 19 лет курю. Представьте, большую часть своей жизни. 14 лет. Вот с 1 января все, бросил курить. 5 дней уже не курю. Первые 3 дня были очень тяжелые. Меня ломало. Ну, сейчас вроде бы полегче. Уже на 5-й день как-то отпустило. Но все равно тянет, конечно. И что я решил сделать, чтобы, ну, как бы лишний раз себя простимулировать. Эти все на сигареты у меня уходит примерно около 4000, даже чуть больше, в месяц. Это почти 50 тысяч в год. 48-50 тысяч где-то в год у меня уходит только на сигарет. А сейчас они еще будут дорожать в этом году. Тут даже дело не в этом. Дело в здоровье, потому что у меня уже, мне 33 года, у меня одышка. Кашель от этих сигарет. И я решил, что нет, все, пора что-то менять. Бросил курить. И вот придумал себе такой лишний стимул, чтобы не начать опять заново курить. Взять, купить какой-нибудь товар в рассрочку. И те деньги, которые я тратил на сигареты, буду тратить на эту рассрочку. Вот смотрите, сейчас я иду за камерой. Хорошая камера, DJI Pocket 2. Я вам потом сделаю на нее обзор. Как раз таки за год моего некурения она себя окупит. Я буду платить рассрочку за нее ровно столько же, сколько я тратил на сигареты. За год себя эта камера оправдает, это будет полезная вещь. Я решил стать начинающим видеографом, буду вести видеоблог, влог. Некоторые обзорчики буду снимать, ну, потому что на телефон снимать все равно как-то, знаете, во-первых, звук плохой, даже можно и петличку, но все равно камера не та. Там будет более-менее качественное видео с хорошим звуком. И все это просто за место курения. И вообще я решил для себя запустить такой челлендж. Буду каждый месяц бросать одну вредную привычку и приобретать одну полезную, новую, которая меня будет менять к лучшему. Ну вот так, посмотрим, что из этого выйдет. Буду 1-2 раза в неделю скидывать видеоотчет, что изменилось, какие-то подвижки в лучшую сторону. И вообще посмотрим, что за год такого эксперимента получится. Как минимум за год я избавлюсь от 12 вредных привычек, приобрету 12 новых привычек. И я думаю, они меня изменят к лучшему. И я, так сказать, эволюционирую, трансформирую свою личность на как минимум на 1-2 ступени выше. И так, шаг за шагом, посмотрим, что из этого выйдет. Всем спасибо. Дальше будет обзор на мою камеру. Я ее куплю. Сейчас распакую. И вы вместе со мной порадуетесь. Это такой мини-робот даже, а не камера. Я ему уже имя придумал. Он будет у меня зваться Вали. Посмотрим.